В администрации города прошла еженедельная планерка, которую посвятили текущим вопросам и обсудили предстоящий день города. Подробности у наших корреспондентов. 433-й день рождения отметит город Воронеж в 2019 году. День города пройдет 21 сентября. Вопрос подготовки к празднованию важной даты рассмотрели на оперативном рабочем совещании главы городского округа Вадима Кстенина. Для горожан и гостей города подготовлена насыщенная программа мероприятий. Одни предварят день рождения Воронежа, другие пройдут непосредственно в день города на двух десятках площадок. События праздника развернутся не только в центре города, но и в районах Воронежа. Программа «Дня города» будет размещена в открытых источниках. А воронежцев и гостей праздника ждут как новые, так и традиционные события. В этом году у нас несколько юбилейных таких фестивалей. Фестиваль кузнечного искусства «Якорь» у театра «Кукол Шут» пятый год будет проходить. И пятый год проходит фестиваль молодых музыкальных команд «Fresh Sound», который у нас стартовал в 2015 году, когда Воронеж был культурной столицей СНГ. С тех пор осталось и бренд, и название, соответственно. Самым ярким событием ожидается большой салют, который произведут с дамбы Чернавского моста. Финал Дня города обойдется примерно в 2 миллиона рублей. Все празднование, ну, здесь мы опять же делим цифры, празднование можно рассматривать в большом масштабе, это имеется в виду и затрата на ГСМ на следующий день, когда ночью начинается уборка города, сколько там тратят комбинаты на выход всех поливомоечных машин, которые чистят город, мы сказать не можем. В части технического оснащения всех площадок, это сцены, это звезды, в том числе автозвук, мы же занимаемся биотуалетами и частными охранными предприятиями, там порядка 100 человек будет выходить работать. Общая цифра там чуть больше 7 миллионов. Меры обеспечения безопасности Дня города на совещании у мэра рассмотрели отдельным вопросом. На антитеррористической комиссии мы детально разобрали все планы работы в эти дни, поэтому все необходимые поручения уже в письменном виде были даны. Угадать характер погоды в день города затруднительно. Однако, по прогнозам синоптиков, весь сентябрь ожидается сухим и теплым, на 2 градуса выше нормы. По экспертным оценкам, в праздновании Дня города примут участие около 400 тысяч человек. А специальным гостем праздника станет народный артист Лев Лещенко, который выступит на концерте на площади Ленина. Вячеслав Запорожец, Валерий Бобкин, 41-й.